стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит всем нам? Международный скандал. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект «Атомное сердце». Мой проект? Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторится. Я очень рад, товарищ Сечин, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего, а время капиталистических эксплуататоров подходит к концу.